Приветствую, друзья, на связи Артур. Сегодня я для вас подобрал 5 лучших инвестиционных проектов, либо же 5 актуальных проектов, куда можно вложить средства, чтобы их приумножить. У каждого из них свой маркетинг, своя доходность, свои нюансы. И сегодня вкратце пробежимся по этим проектам. В некоторых закажу выплату, в некоторых покажу, что вот буквально на днях заказывал. И вы выберете для себя какой-то актуальный, тот, который проект понравился. И, соответственно, там можно приумножать средства. Я в каждом из них участвую, приумножаю, где-то только зашел, где-то там пару дней назад. Короче, они все свежие и актуальные, на мой взгляд. И рекомендую вам ознакомиться. Еще мой совет по инвестициям в подобные проекты, что важно диверсифицировать. Допустим, у вас есть там $200, $500. Не вкладывайте все в один проект, распределите их хотя бы на 2. На 3, и тогда шанс приумножить средства намного будет выше. Как видим, у меня в инвест-портфеле много проектов, но некоторые из них уже не актуальны. Итак, поехали. Первый проект максимально свежий, позавчера запустился, называется Telsa Trading. Это fast, это высокие доходы, высокие риски. Многим из вас эта тема нравится, потому что быстро прокрутил средства и их тут же приумножил. В некоторых проектах есть окупаемость условно 100 дней, здесь все решается вот день, 2, 5 дней, и ваши деньги приумножаются. Я считаю, в инвест-портфеле должны быть какие-то такие высокорисковые темы и среднепроцентные, и низкопроцентные. Сегодня как раз таки о каждом из них быстренько проговорим. Что касательно маркетинга, видим здесь 5 тарифных планов, но из них я бы сказал 3 актуальных. Первый, 5% чистого профита спустя 24 часа с момента вашего вклада. Минимальная сумма инвестиций всего лишь $10. Здесь я плачу рифбэк и, как по другим тарифным планам, половину от полученных, то есть здесь 1%, 1,5% и 3,5% возвращаю вам бонусом. То есть, соответственно, вы зарабатываете за круг больше процентов. Для этого нужно написать мне в Телеграме название проекта, сумму вклада и кошелек, куда переводить средства. Хочу обратить ваше внимание, что у меня в Телеграм-канале постоянно будет актуальная информация. То есть это видео вы можете смотреть как и сегодня, так и через неделю, так и через 2 месяца. Некоторые по-любому закроются, где высокая доходность, другие будут еще работать. И вот эту актуальную информацию лучше отслеживать у меня в Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе всех вот этих моментов. Где и куда вложить, потому что бывают случаи, проект уже предскам, уже мне много информации известно, что как, а люди берут и заходят под конец. Поэтому смотрите актуальность, вдруг чего, пишите мне в личку. Второй тарифный план 48 часов работает, начисления ежечасные, возвращается и тело вклада, и процент. То есть по итогу за 2 дня мы заработаем на 10% больше. Вклады от $50. И третий тариф, который я считаю самый такой жирный, самый прибыльный, по крайней мере сейчас на старте, имеет смысл зайти вот сюда. Дальше можно переходить на второй, на первый, чтобы снизить риски. Минималка здесь всего лишь от $100. Вот это основное, что нужно знать. По регистрациям в каждый проект не буду показывать, как это происходит, потому что есть у меня на блоге по каждому из проектов полноценная статья. Вы просто нажимаете на каждый проект, и здесь идет подробный разбор, сколько работает, сколько инвестировал, сколько вывел, видеообзоры полноценные. Короче, все расписано есть. Я показываю только краткую информацию по маркетингу и нюансам по выводу. В каждом проекте имеется определенная комиссия на вывод. Об этом всем лучше узнать в обзоре на блоге. Где-то 30 центов, где-то доллар, где-то там 1 TRX. Поэтому нужно учитывать, что везде есть комиссия за вывод. Вот у меня депозиты. Вчера я сделал 3 вклада, потом сделал еще один вклад. Усилил свой депозит на TRX. И вот видим, начисление показывается. Можно делать реинвест. Давайте сейчас это сделаю. С личного кабинета удобно. Вот на 48 часов. Пускай будет TRX 890. Нажимаем Make Reinvest. Здесь автоматический реинвест можно выставить, но пускай будет нет. Вдруг чего, в ручном режиме сделаю. Итак, нажимаем ОК, Confirm. Новый депозит пошел в работу. Автореинвест, Save it. Но мы его убрали. Так, смотрим. Отобразился новый вклад, пошел в работу. Каждый час начисления. И давайте быстренько какой-то вывод проверим. Вот есть BNB у меня на счету 0.067659. Нажимаем вывод, но перед этим я забыл прописать кошельки в разделе Wallets. Итак, прописал сумму, нажимаем вывести. И нужно подтвердить. Нажимаем Confirm. По идее, выплаты должны быть инстант. Давайте посмотрим. Вот 14 секунд назад сумма поступила. Окей, двигаемся дальше. Следующий проект называется NoVac. Здесь администрация хорошо себя показывает.
и в предыдущих проектах, собственно, как и в первом проекте. Я захожу в проекты, где есть реальная возможность заработать, есть у админа за плечами другие проекты, которые ранее показывали хороший профит. Что у нас здесь по маркетингу? Есть два тарифных плана. Первый работает до удвоения нашей суммы. Условно, сегодня вложили $100 и в течение, там, по-моему, 111 дней плюс-минус мы получим удвоение нашего вклада. Либо же есть тестовый тариф, где мы получаем 1% в сутки. Сегодня закинули $100, завтра получили 101, потом процедура какая? Мы должны вывести наши средства 101 минус 0,10% комиссия, того чистый доход составит там около 90 центов. И так можно каждый день. Завели, процент получили, условно там 89, 90, 0,9 и снова пустили на реинвест. Таким образом, там условно дней 20 покрутили ваш вклад и получите 18% профита. Либо же сюда заходим, здесь ждем удвоения прибыли, каждый день получаем рандомный процент, это 1.44 до 2.95. Вот в личном кабинете показывается статистика. Процент 1.73, 1.79, 1.64, 1.75, 2.25, 1.5. Вот такой вот рандомный процент у меня выходит. Ну и так у каждого, кто вложил по первому тарифу. Видим депозит 500, выведено 221, это за счет реферальных. И вот есть 19.78 на вывод. Вот кнопочка «Вывести». Проект также максимально свежий, ему всего лишь несколько дней. Выбираю Tether TLC20, прописываем сумму 19.78, номер кошелька, комиссия будет 2 цента. Нажимаем «Подтвердить». Также заявка здесь быстро обрабатывается. На балансе 2279, обновляем. 2298, заходим, вот платеж 19.76. Все четко, платит, работает, никаких вопросов нет. Ведется активная деятельность там в телеграм-канале, новости. Видео SEO недавно появилось, вот на главной странице здесь нажимаем на знакомство с SEO проектами. Братья Новак типа здесь занимаются развитием данного проекта. В целом история прикольная, рекомендую к рассмотрению. В первую очередь на тестовый тариф, чтобы прогонять там условно 15-20 дней, заработать профит и двигаться дальше. Следующий проект у нас называется Mary's Mate. Здесь наблюдаю максимально плавное развитие. Постепенно закупается реклама, то есть грамотно делается плавное вливание средств в проект. Вижу перспективу на дальнейшее получение профита в этом проекте. Как админы заявляют, хотят зайти плавно в лето и классно отработать. Поэтому пользуемся этим предложением. Так, по инвестициям, что здесь мы можем заработать? Есть 4 тарифных плана. У каждого свой срок работы. Это 15 бизнес-дней, 25, 45 и 90. Значит, бизнес-день, это означает, что с понедельника по пятницу, то есть 5 дней в неделю мы получаем профит. Соответственно, здесь 21 день рабочий, здесь, соответственно, больше и больше, и выше доходность. Минимальный вклад также повышается. Здесь $25, здесь 50, здесь 100. И есть четвертый тарифный план, где мы получаем возврат нашего тела, и процент включен в выплату. Да? 90 дней получаем каждый день по 1.8, то есть наши 100% вложенных окупятся за 55 дней, остальные сколько 35 дней будем получать чистый профит. Вот переходим в личный кабинет. Буквально недавно 12 числа делал выплату $15, давайте сразу же ее покажу вам. Вот она, собственно, $15 пришло с проекта. Вот дата и время, все четко, здесь в ручном режиме обрабатываются выплаты, у меня $500 в работе. Следующий проект, который интересен, уникален, это «Зарабатывай деньги, слушая музыку». Вам нужно будет покупать условно виртуальные наушники, в которых есть определенная доходность. Здесь у них нет сайта, есть приложение на телефоне. И задача такая, что вам нужно купить наушники там от 10 или $11 и там $200-$800, есть разные стоимости. И суть такая, что они будут постоянно дорожать в цене. Я вот заходил, когда было $9 за наушник, сейчас уже 11 с копейками. Здесь там условно 217, здесь там 820. В течение полугода эти наушники подорожают 2 раза. Окупаемость у них примерно месяц, может месяц и пару недель. Там доходность также немного плавает. Сегодня может быть больше, завтра меньше, потом снова больше. То есть вот такая доходность. И когда вы купили наушники, вы просто там в YouTube включаете музыку. Можете ее приглушить на минимум и нужно слушать музыку. В дешевых наушниках 3 раза по 30 минут. Medium наушники это 1.5 часа. И самые дорогие 3 часа в сутки нужно слушать музыку. Либо же наушники подключили, либо в колонках на компе включили, и оно будет считывать музыку и за это начислять вам средства. Есть официальное видео от администрации.
перейдите, посмотрите, прикольная тема, многим заходит, многим нравится. Сейчас бы я брал где-то долларов за 200, как по мне, самый актуальный, интересный тариф. Касательно выплаты, я сегодня получал 24, по-моему, доллара, так, где вот 24,7. И раз в два дня вывожу вот 24,96, плюс-минус такие суммы. Так что проект платит, двигаемся дальше. Следующий проект называется USDT Scan. Это обозреватель транзакций, в который вшито еще стейкинг ваших USDT. Прикольный, необычный проект, привлекает внимание за счет того, что здесь будет, скорее всего, долгая работа, я, по крайней мере, на это надеюсь. Доходность небольшая, у меня там 0,55% в день. Есть два вида тарифных планов. Вот давайте перейдем в кошелек, кнопочка стейкинг, и здесь вот описано. Первые четыре называется свободный, то есть это когда мы можем забрать тело нашего вклада в любой момент без комиссии, и есть фиксированный стейкинг. В чем разница? Здесь доходность в день от 0,6%, вот видим 0,12, от суммы, если 1001 доллар инвестируем. Я зашел на 1010 долларов во второй тариф и получаю 0,55% в день. Это, по-моему, выходит 16,5 в месяц, да. То есть 165 долларов я получаю в месяц этого стейкинга. Работает 90 дней, соответственно, умножаем это на 3, получится 49,5% за 3 месяца мы здесь можем заработать. Если меньше сумма, то, соответственно, меньше доходность. Важный нюанс, который вам обязательно нужно знать, это то, что когда мы сюда заводим USDT, нужно заводить ETHRX, потому что система таким образом устроена, что как бы наши средства отправляются в стейкинг, и за это списывается комиссия 0.108 ETHRX. Вот у нас в разделе стейкинг пишется, какой пул, сколько комиссия списывается. У меня второй пул, соответственно, за сутки списывается 2.2 ETHRX. Условно, если у меня доходность выходит 4.6 доллара в день, то минус комиссия выходит 4.55 или 5.55, я уже запутался, сколько там выходит. Так, выходит, да, 5.50, а минус комиссия, по-моему, 5.35 или 5.45, около того. Вот, обязательно заводим USDT, заводим ETHRX, и тогда отправляем в стейкинг. Без ETHRX вы не будете получать ваши начисления. Итак, мы пробежались по разным проектам с разной доходностью. Где-то вот очень быстрое, Telsa Trading, здесь также в принципе быстрое, потому что каждые сутки можно крутить. Это у нас среднедоходный проект, Уран Music в принципе также к среднему доходному, и USDT Scan, это долгосрочный проект. Выбирайте, какой вам нравится, если что, спрашивайте в Телеграме, следите за новостями, и вся подробная информация каждого проекта расписана у меня на блоге arturnovs.com. Надеюсь, был полезен и интересен. Если да, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мои каналы. На этом все. До скорых встреч. Пока.